Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. Сьогодні говоримо про коронавірус. І у нас в студії завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету Олена Усачова. Пані Олено, вітаємо вас. Перше загальне питання. Що вже відомо про нову коронавірусну інфекцію? Добрий день. Действительно, эта инфекция стала известна нам с декабря 2019 года. И когда достаточно долго нам казалось, что она далеко от нас, а теперь мы живем в реалиях, когда она здесь, рядом с нами. Это новая вирусная инфекция, вирус, который в норме и ранее поражал только животных. В результате каких-то контактов произошла смена генетического материала, и вирус стал передался от животного к человеку. И самое неблагоприятное – это то, что он научился передаваться от человека к человеку. Вирус имеет специфические звенья прикрепления, которые поражают легкие и сосуды. И именно с этим связана значительная тяжесть течения заболевания, особенно у определенной группы людей. І наступне питання. За статистикою, вірус майже не вражає дітей. І якщо вражає, то перебіг хвороби доволі легкий. Чи це так насправді? Якщо так, як це можна пояснити? Ну, сейчас мы имеем только приблизительные данные. Говорить однозначно о том, что вирус не поражает детей, мы не можем, потому что тестирование проводится по клиническим показаниям, только тех, у кого есть тяжелые формы заболевания. Поэтому что мы можем однозначно говорить, что среди пациентов со средней степенью тяжести и тяжелыми заболеваниями, вызванными коронавирусом 2019 года, минимальное количество детей. Какие-то серьезные пока научные данные, которые бы говорили, почему это так, почему дети не поражаются, ну, их пока еще нет, я думаю, что этот вирус еще будет изучаться. Одно понятно, что пациенты с более слабой иммунной системой и с сопутствующими заболеваниями, которые накапливаются в течение жизни, более уязвимы для этого вируса. И вот с этого привода такое питание, кто из детей находится в группе риска? Вот, например, мой сын, он хворіє на астму, чи треба мені хвилюватися з цього приводу? Дійсно, групи ризика практично однакові як для взрослих, так і для дітей. Это хронические заболевания легких, это хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, это иммунодефицитное состояние и так называемый метаболический синдром или сахарный диабет, то есть изменение обменных процессов. Щодо прогулянок на вулиці, чи несуть вони якісь ризики? Ну, зараз там не рекомендують або ж забороняють, але діти на вулицю, їм хочеться. Мы прекрасно всех понимаем родителей, и сами родители, в чем есть проблема. Ребенок, особенно ребенок раннего возраста, младшего возраста, очень сложно гулять с ним так, чтобы он не контактировал с окружающим миром. Он будет контактировать с ним, он будет браться руками за предметы, которые вокруг него находятся, поэтому в этом есть опасность. Мы можем обеспечить на улице расстояние между людьми. И когда это взрослый человек, ему сказать и объяснить, что нельзя ничего касаться. Ребенок маленький может не выполнять ваши такие просьбы и не понимать, почему это нужно. Поэтому, конечно, есть проблема с прогулками с детьми вот в теперешнее время. Тож, в принципі, можна сказати, що гуляти можна, але треба тримати дистанцію і слідкувати за дитиною, щоб вона там не контактувала ні з ким. Ну, я думаю, що так. Ми не можемо і заключити дітей в такому замкнутому пространстві. Ідеально, звісно, якщо у людей є якесь там, я не знаю, своє місце, де вони можуть гуляти. Але це не повинні бути дитячі площадки, тому що саме там і контактують діти між собою. Зрозуміло. Ще одне питання про так званих суперносіїв, людей, які інфіковані, але не мають ознак захворювання і здатні заразити багатьох. Китайські вчені вважають, що це в першу чергу діти. Прокоментуйте ось це, будь ласка. У нас зараз дуже багато різних взглядів і теорій. Одні говорять про те, що діти взагалі не передають інфекцію взрослим, і реально дуже мало випадків підтверджених, коли першим заболівшим в сім'ї був дитина. Другі говорять о суперносіях, о суперпередатчиках цієї інфекції, і не обов'язково це діти. Дійсно, поки непонятно. Кто-то заболевает и не заражает даже в семье никого, а кто-то имеет легкую форму заболевания и может заразить более 10 людей.
Пока объяснение. Щодо ліків та вакцин проти COVID-19, коли вони з'являться? Относительно лечения, специфического лечения, на сейчас разрабатывает, точнее тестируется много препаратов, которые уже есть на рынке и Украины в том числе. Они показывают свою эффективность в ряде исследований. Однозначно подтвержденных эффективных препаратов противовирусных нет. Но есть рекомендации с разрешения пациентов все-таки использовать определенные препараты. Относительно вакцин, работы ведутся по производству этой вакцины. Есть две, скажем так, трудности. Первое – это то, что показано, что вирус мутирует. Поэтому здесь, конечно, трудность, потому что в состав вакцины… Эта мутация, она отрывает еще, так? Да, да, и она продолжается и выделяет уже несколько разновидностей этого вируса. Это одна проблема. Ну, а другая проблема, что и производство вакцины – это длительный процесс, и даже при известной вакцине на ее производство требуется до 1,5 лет. Поэтому ждем вакцину через 1,5 года от начала эпидемического подъема заболеваний. Ваши прогнозы, как долго будет тривати пандемия? Прогнозы есть разные, да, прогнозы на сейчас есть разные. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует. Прогнозирует, что к июлю месяцу будет иметь место спад заболеваемости. В Китае это уже все наступило, теперь они боятся наших завозных случаев. Надеются все на то, что все-таки повышенная солнечная инсоляция в летнее время приведет к уменьшению распространения вируса. Ну и еще один механизм, который позволит все-таки прекратить или уменьшить распространение вируса, это так называемое проэпидемичивание населения. Уже показано, что на одного типичного больного приходится до 20 людей, которые не имеют клинических проявлений, либо которые имеют легкое течение. Поэтому значительная заболеваемость приведет к тому, что будет значительное количество людей, которые выработают иммунитет, и это тоже будет тормозить и сдерживать вирус. Чи может быть так, что ось влітку там будет, ну, действительно, там піде на спад, а потом восени, чи там уже взимку новый спалах будет? Уже такие прогнозы есть, это так. Это респираторная вирусная инфекция, которая, в общем-то, поддерживает все эпидемические нормы, как распространяются все респираторные инфекции. Надеемся на то, что следующий подъем заболеваемости не будет таким существенным, именно потому, что уже будет коллективный иммунитет. И, возможно, к этому моменту у нас будет вакцина, что тоже нам поможет бороться с этой инфекцией. Да, на це будемо сподіватися. И ваши поради батькам, как вберегти дитину от вируса? И что робити, якщо з'явились якісь ознаки захворювання? Методы профилактики инфицирования коронавирусом 2019 года такие же, как методы профилактики инфицирования любыми другими респираторными заболеваниями. Это прежде всего заболел, сиди дома, да, появились первые клинические симптомы, повысилась температура, появился кашель. У детей особенностью является диарейный синдром, что тоже возможно поражение кишечника. Ваша задача – позвонить своему семейному врачу или педиатру участковому и поставить его в известность, а он благодаря опросу примет решение, связано это с коронавирусной инфекцией или нет, и даст вам рекомендации, что с этим делать. Самое главное – не бежать по улице, не бежать в лечебные, все лечебные учреждения подряд, где-то делать рентген, где-то делать общий анализ крови, а потом тем самым инфицировать. Детей нужно научить мыть руки. Мыть руки каждый раз, когда проконтактировал с каким-то предметом. В домашних условиях обязательно обрабатывать спиртсодержащими дезинфектантами не только руки, но и ручки. Очень важно. Входную ручку, ручки всех дверей. То, за что ребенок берется прежде всего. Ну и научить ребенка, когда он кашляет и чихает, прикрываться не рукой, а локтем или сухой салфеточкой, которую нужно выбросить тут же. Що ж, дякуємо вам. Тож, про коронавірус говорили сьогодні з нашим експертом, а це була завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету Олена Усачова.